Сообщаю вам результаты работы второй сессии парламента 7-го созыва, на которой решались вопросы персонального состава комитетов и кандидатур председателей. В результате всесторонне обдуманного и взвешенного решения я определил комитеты, работая в которых в соответствии с моими знаниями и опытом смогу быть максимально продуктивным. Этими комитетами стали Комитет по государственно-правовой политике и Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ. Стремление внести вклад в укрепление правового фундамента столь важных с точки зрения успешного развития Абхазии направлений и реализовать те конкретные предложения, которые были изложены в предвыборной программе команды Конгресса, предопределили мой выбор. Прагматичные и предсказуемые внешние связи и связи с диаспорой являются нашим общим интересом, тем более в такой непростой международной обстановке. Знаю, что значительное большинство наших граждан ожидали от меня участия в работе Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. И это было совершенно логично, так как мои академические знания, владение 5 языками, многолетний практический опыт работы на дипломатическом поприще и взаимодействие с абхазским зарубежьем очевидным образом давали основания полагать, в том числе и мне, что эти навыки, а также уже готовые законодательные инициативы, ориентированные на развитие и укрепление внешней политики и связи с соотечественниками, станут полезными и в вышеупомянутом комитете парламента. Я придерживаюсь принципов открытости, профпригодности, созидания на благо государства. Поэтому в случае возникновения необходимости готов оказывать всяческое консультативное содействие работе председателя Международного комитета.